Как известно, талантливые деятели искусств не позволят себе халтурить и оставлять работу недоделанной. И сегодняшний выпуск как раз-таки о талантливых деятелях искусств. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и у нас снова рубрика моды на игру Hello Neighbor. Первый выпуск вам зашел на ура, и я выпускаю сегодня выпуск с модом, который был сделан, можно сказать, талантливым деятелем искусства. Здесь, как вы видите, этот мод имеет 4 локации. Это, то есть, Hello Man, сама карта оригинальная, дом. Что-то еще, подвал и концовка. То есть, можно создавать не просто моды, можно создавать целые игры. Hello Man, надо его выбирать. Так, нажимаем, хотите начать игру с модификациями. Можно даже кат-сцены создавать. Так, не, пропускать не будем. Так, вот дверь главная, которую надо открыть. Тут решетка, там замок, доски, ключ-карты. Показывают нам дом. Мод этот точно не в одну серию не влезет, он довольно большой. Может быть, серии 3, наверное, будет. Ну, посмотрим, в общем, как выйдет. Ярослав Кирюхин этот мод тоже порекомендовал. И своими картинками, которые я увидел на его странице в Стиме, и он уже меня сразу впечатлил с своим домом. Там также был написан сюжет на странице, что, насколько я понял, сосед похитил какую-то женщину и запер ее в своем подвале, а мы должны ее спасти, что ли? Сейчас разберемся. Hello Man, этот мод называется. Здравствуй, человек, типа, привет, привет, человек и так далее. Короче, такой вот у нас дом. О, нифига себе, у нас двойной прыжок сразу, что ли? Погодите. Ну, о, даже так со всеми способностями мы начинаем. Нифига себе. Надеюсь, их сюда добавили неспроста. Они нам помогут пройти игру. Так, телевизор, к сожалению, не работает. Но это наш дом. Живем неплохо. Дом такой же, как в бетках. У оригинального соседа. Здесь есть шторки. Шторок я не видел нигде. Здесь ввели их. Время суток тут такое вот желтое, непонятное. А это дом нашего соседа. И в отличие от дома из Акта 3, того здоровенного дома, который в Альфе 3 впервые появился, этот дом уже более похож на нормальное здание. Нормальное такое здание. То есть это не так, как тот дом, который внизу выглядит как обычный двухэтажный дом, а там сверху понаставлено много-много других зданий сверху. То есть здесь уже реально такая нормальная четырехэтажка или даже пятиэтажка, не знаю, сколько тут этажей. Не, 5 этажей-то точно тут есть. Тут вроде бы это видно. Так, наш дом мы с вами поизучали. Так, погодите, это еще что такое? Это кто ж намусорил-то тут? Так, грузовик с пиццей. Буква L это является отсылкой на русскоязычного ютубера Лекса. Я его смотрел. Блин, не влезает туда. А, вот это влезает. Может, это влезет тоже. Последний раз. Влезай же ты. Во-во, все, выбросили. Хорошо прям. Выбросили как надо. Надеюсь, способности отталкиваться от соседа тут есть тоже. Это все нам очень сильно пригодится. Газонокосилка здесь, машинка все стоит. Ладно, короче, погнали изучать дом соседа. Прежде чем ходить внутрь, давайте мы задний двор посмотрим сначала.
Мод этот очень хорошо оценен там в Стиме. Рейтинг у него хороший. Так, это у нас что такое? Провод туда ведет. Но вот что это за штука, тут непонятно пока. Так, лестница, она, как всегда, заблокирована. Вот этот дом мне нравится, как выглядит. Так, тут железная дорога, естественно, есть. Висящие контейнеры есть. Не будем по ним стоять, а то, не дай бог, еще упадет на нас. Ну, ладно, конечно, нет. Так, ладно, давайте изучать дом соседа. Звонок, который еще и светится. Так, о, я звуки из прототипа некоторые тут слышу. Вот это скрипение. Так, как обычно, нам надо проверять все шкафы, потому что мало ли что. Ну, сосед уже здесь, по-моему, где-то. Проверяем все шкафчики, потому что в каком-нибудь из них может что-то полезное находиться. Очень разных книг. Сосед. Опа! А где он? Музыка здесь другая играет. Ага, вот наша главная дверь. А здесь у нас... А это ванна такая вот у него большая. Ну, неплохо наш сосед тут живет. Наш сосед очень неплохо обжился. Куча у него тут яблочной фигни или это вишни. Что это? Так, ну здесь ничего полезного я не вижу. Вот способность опускаться нам очень сильно пригодится потом. А, да, отталкиваться от него можно. Только я застрял в клее. Да, в этом моде даже есть свои звуки. Это очень-очень интересно. Так, давайте... Там еще задний этот вход был. Давайте в него зайдем тоже, проверим. Куда он у нас ведет. Угу. Это проход на второй этаж. Давайте проверять. Нет, в шкафах в этих пусто, ничего в них нет. А это что? Золотое яблоко. Не знаю, пригодится оно нам или нет. На всякий случай положу его сюда. Может пригодиться, а может и нет. Фиг знает. Так. Ну, тут полезных предметов я не вижу. Блин, сосед меня напрягает, если честно. Так, эти шкафы не открываются. Ящики не выдвигаются. Блин, он все время там, где я. Это бесит меня, если честно. Прям как я с Лехой в CSGO играю. Когда я против него играю, он все время появляется там же, где я. Опа. Наверняка в этом комоде что-то полезное. Да, я угадал. Да, я же говорил, там ключ. Пока от чего этот ключ, не ясно. Но, очевидно, что он нам пригодится. Можно, конечно, разбить это окно и залезть туда, но нас тогда сосед запалит наверняка. Вот зря я это сделал, наверное, сейчас. Так, он ушел отсюда, интересно, или нет? Здесь вроде тоже никаких полезных вещей я не вижу пока. Нет, здесь тоже пусто. Так, опа. Там красный ключ. Красный ключ. Можно, в принципе, выдавить его отсюда. Но сначала лучше мы все-таки найдем честный способ выковырить. Открыть эту... Опа, лестница. Полезли. Полезли. Блин, там закрыто. Это балкон, там подперто стулом.
А здесь что полезное есть? Не, тут пусто. Так, тут уже закрыто, мы тут бывали уже. Проверили. Смотрим комнаты дальше. Так, есть шкаф, в который можно прятаться. Блин, ну где-то тут вот собака. Это отсюда ключ? Отлично. Это ключ от этой двери. Все, этот ключ нам больше не пригодится, я думаю. Так, окей. Куча всего, куча всяких комнат здесь. Офигеть, да тут заблудиться можно. Тут в каждом коридоре по нескольку дверей. Опа. Раз этот ключ висит прямо здесь, значит дверь не сильно это важная. Яблоко. И что тут нет? Блин, ну где-то тут вот собака. А, это-то... А, мы тут были. Мы тут были, да. Так, зеленый ключ. Здесь надо. Надеюсь, что мы его найдем. Собака, а? И где же он? А, все, он потерял меня. Все-таки я успел присесть. Блин, я так и думал, он камеру поставил. И даже две. Так я должен бросить. Промазал. Опять промазал. Что ж такое? Все время выше, чем надо. Ага, попал первую. Теперь вторую ломаем. Отлично, все. Камеры все сломаны. На всякий случай снимем их еще, чтобы он их не починил. Потому что сосед умеет чинить камеры, если их не снимать. Блин, это напрягает меня, если честно. Ну, вот эти звуки из преальфа, кстати, взяты. У меня такое чувство, что... Ну-ка, сейчас дайте посмотреть. Мне кажется, нам туда надо запрыгнуть. Потому что там что-то... Блин, вот собака, а. Блин, когда он уже выйдет из этой комнаты, а? Сейчас еще камер поди понаставит. Ага, нам сюда походу надо было. Блин. Тут что-то есть. Ключ, ключ какой-то там, ключ. Блин, он все стекла вышибачит, что ли, будет. Ключ пока не ясно от чего, а ну точно не от этой двери, это же золотой, а там зеленый надо. Так, ну тут больше походов я не наблюдаю. Здесь больше проходов не наблюдается никаких. Опа, еще какая-то дверь. Этот... Здесь какой-то серый, что ли, замок. От чего золотой ключ вот этот, пока не ясно. Так, там что-то есть? Обычная комната.
Ну, наверняка там что-то важное спрятано, раз она заблокирована. Блин, вот это... Эй, а как он меня заметил-то? Ну прячься, чего ты не спрятался-то? Я присел, он что-то не захотел. Ай, блин. Поводить придется изрядно тут. Кто-то работает? Надо проверить. Не, дом прикольный, хотя можно заблудиться. Тут очевидно прям. Что-то вот непонятно, подействовал на него этот звонок или нет. Так, вот гаечный ключ где-то надо найти. По-моему, он на втором этаже. Бегает по всему этажу, ищет меня. Собака, а он здесь где-то. А, он там, в соседней комнате. А, судя по звуку, он поставил там камеру только что. Блин, в самом неудобном месте, а. В самом неудобном месте он ее поставил. Еще он еще одну поставил сейчас. Так, вот этот проход нам изрядно. Блин! Так хотел сказать пригодится, а теперь, оказывается, нам туда было не надо. Так, это по-моему это ведет. Мне что-то кажется, что этот проход вел в там, где эта дверь главная, короче. Так, нельзя двигаться, иначе он нас найдет. А, это окно такое, я думал там. Я думал, это улица. Я что-то подумал так. Кто он уйдет уже отсюда, а? Надоел. Блин, а вот... Вот еще непонятно, в какой он комнате. Так, проверяем. Надо смотреть, где мы еще не были. Но, по-моему, мы были уже тут везде. Давайте первый этаж тоже рассмотрим. Может, там тоже что-то полезное найдется. Хотя, по-моему, мы тут везде уже были. Не, мы тут были уже. Тут мы уже бывали. Собака. Да, точно. Это тот самый люк, который я уже видел. Камера, зараза. А, это вход был. Отлично. Можно было бы включить телевизор и отвлечь его телевизором, но в этой, в релизной версии телевизор его уже не отвлекает. И как и радио. Отвлечь теперь его можно только камерой. Блин, ну где-то тут вот собака. Так, а, это ключ, который мы уже использовали. Вот. Он сюда сейчас зайдет, наверное. Так, ну вот, больше нигде нету проходов. Надо найти дверь, которая закрыта желтым этим ключом. Золотым. Для таких дверей что-то я пока не наблюдаю.
Может быть, тут где-то есть. Может, я что-то проглядел реально. Ну, явно же я что-то мог проглядеть. А сюда нам не надо? Ну, хотя я там не вижу ничего полезного. Вот мы где не были, вот мы тут не были. О, тут сюда вентиль надо, что ли, какой-то ставить. Пластинка. Она берется? Берется. Надеюсь, она для геймплея не нужна. Потому что иначе жесть с головоломками пойдет. Что у нас тут? Или я сюда зашел только что? Что у нас здесь? Еще один этаж. Так, сюда красный ключ надо. Красный ключ-то я знаю где. Так. Нет, это не сюда. Красный ключ я знаю где, но надо добыть... Надо найти переключатель какой-то, чтобы открыть ту штуку. Вот отсюда может. Отлично. Мы нашли дверь, которая... Защелки... Опа, куда это? Эррор. Эррор, блин. Игра крашнула. Сейчас, чик-чик. Ага, вот. Вот теперь запустилось. Пока не ясно, вот что это такое. То ли кошмар какой-то, как... В релизной версии мы заходили в какие-то комнаты, там были кошмары. Вот это, я так понимаю, то же самое. Что у нас тут? Так... Тут так, комната с камерами. Здесь слишком темно. Вот это вот меня немного настораживает. Так, ружье. Так, что у нас в этой комнате? Розовый замок. Розовый ключ, значит, нам надо найти. Ключ-карту. А еще надо разобраться, как решетку открыть. Так, ладно. Насколько я понял, ружьем надо стрелять вон туда. Вот в этот рычажок, я так понимаю, надо рычать, чтобы что-то открылось. Отлично. Я так понял, открылось... Да, точно, вот эта вот комната у нас открылась. Так, выключай. Опа! А вот и ключ карты. А что она не берется-то? Она что-то не берется, по-моему. Может, ружье мешает? Да что с ней такое? А, закрыта штука эта. Не видно же ее совсем, блин. Телевизор рабочий. Бардо жалапывать на мой накал, блин. Так, а решетку как открыть? Проверяем все комодики. Надо найти еще розовый ключ и этот переключатель, который открывает решетку. Вот фонарь бы, конечно, не помешал бы. Здесь слишком темно. А, вот он, отлично. Осветить бы, так. Не, провода никакого здесь нет, мы не поймем, как открывать эту комнату. Так, а, вот, все. Остается только розовый ключ найти. Так, проверяем все шкафчики. Блин, вот так, конечно, трудно смотреть, но здесь нету. Может, за этой картиной, я не знаю, как открыть картину. Непонятно, непонятно. Ого, ничего себе, эта дверь так выглядит. Интересно, интересно. Так. Здесь? Нет, там нет. И на этих тоже, тут тоже нигде нет. А на трубах нет на этих?
где этот ключ-то розовый тогда? В холодильник. Холодильник мы еще открывали. Я в холодильнике нету. Там сюда даже посмотреть не можем. А, вот розовый ключ-то лежит. Фиг, что увидишь, блин. Так, ну все. Что ты мешаешься-то? Unlock it, await. А теперь вы можете толкать соседа. Так я вроде бы и так мог его толкать, разве нет? Ключ не появляется на столе. Вы найдете зеленый ключ в мусорке возле этого дома. Ладно, ладно, хорошо. Зачем? А что катсцена опять? А, вот, я попал вот сюда. Опа! То есть я прошел вот эту мини-игру, и вот здесь появился ключ этот. Зашибись. Так, там что-то видно? Там видно только диван и телек. Больше ничего не видно. О, ну зашибись. Надо добыть вентиль и воду вот эту как-то смыть. Только где же мы вентиль-то найдем? Так, вроде ничего нету. Это я проверяю, может быть, тут никакие картины не являются тут механизмом каким-нибудь. Вроде бы нет. Что-то так не думаю. Так, зеленый ключ, я помню, вроде бы дверь, от которой он. Сейчас постараемся найти ее и открыть. Камера, зараза. Опа, это что такое? Собака. Тут ничего полезного нет случайно? Не видно. Ничего полезного. А, вот, вот, еще один ключ. Ты, блин, посмотри. Ключ этот серый, по-моему. Серую дверь я тоже видел, по-моему. А тут мы были? А, да, мы тут были. А здесь? Здесь что-то я не помню, мы были или нет. Там, тут мы были. Отлично, у нас еще одна дверь остается. Вот собака. Он там заблокировал проход, мы сюда теперь не вывезем. Собака. Так, ладно, давайте откроем эти двери. Зеленый ключ, я видел зеленый замок. А, кстати. Так, закрыт. Возможно, нам придется открывать багажник. Не знаю. Может быть, просто пока не знаю. Разберемся. Блин, вот собака. Здесь. Так, вот зеленая дверь, она точно на втором этаже, я прям помню. Блин, капкан поставил, вот собака. И как я теперь... Так, только бы он сейчас свалил, а? Да ладно, только не говорите, что он меня заметил. Не, все-таки не заметил, все-таки не заметил. А, давай слезай отсюда, мне надо открывать двери, а он мне мешает очень сильно, сосед. Так, сосед там еще внизу, мы пока не... Лучше нам туда пока не ходить.
Ага, вот зелень, дверь. Граммофон. Нужен ли он нам? Мы разберемся потом. Так, я помню, была еще одна. Блин, собака. Вот что-то я не пойму, это зеленый ключ или какой-то? Нет, это серый. Так, надеюсь, что граммофон нам пригодится. Ведь не просто так же он в этой комнате находится заперт. Что ты закрылась-то, блин? То почему он здесь-то именно оказался? Блин, там мы уже были. Вниз, 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 вниз. Где эта дверь серая, я забыл. А как он меня через дверь поймал? Так, нам надо найти. Давайте стекло разобьем, чтобы сюда приперся. Машина, что ли, проехала? Блин, вот здесь вот собака, а. Что-то, по-моему, на стекло он вообще внимания не обратил на это. Собака, а. Он заколебал уже вообще вот сегодня прям жестко. Он в той комнате, да. Зашибись, он забаговался. А, нет, не забаговался, он уже вышел. Вышел из бага. Так, ищем. Дверь. Туз. Вот она, вот она. Так, здесь заколочено. Ну, что-то там. Там гаечный ключ. И он сейчас сюда зайдет, да? Твою ж ты налево, а. Опа! Может, нам разбить окно надо это? Давайте. А, вот как нам сюда попасть надо. О, быстренько сообразили. Гаечный ключ от лестницы, понятно. А здесь что-то есть? Нет. Так, гаечный ключ. Так, открываем лестницу. Так, здесь по-любому что-то лежит. Здесь по-любому что-то полезное. Да, это ключ. Черный ключ. Но это не от подвала ключ, потому что вот от подвала он такой в клеточку еще был. Собака, как ты меня задолбал. Так, давайте отойдем и посмотрим, сколько времени записалось. 33 минуты записалось. Так, давайте на этом серию закончим, продолжим в следующей серии проходить этот путь. Мне пока все, что происходит, мне очень нравится. Мы быстренько так находим все ключи. Комнаты довольно-таки интересные. Мне мод нравится вполне. Ну что ж, на сегодня все. С вас лайкос, подписозы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока. Там камера опять стоит. Вот собака.